Идем внутрь. Смотрим ресепшн. Это отель этого года. Очень симпатичненький. Но он новенький. Он прям пахнет чистотой и новьем. Смотрите, какая зеленая зона красивая. Интересно это. Да, это живые. Живые. Я думала, искусственные. Красиво. Тренажерный зал такой. Что-то по тренажерному залу видно плохо, но он небольшой, но красивый. Вообще отелю меньше года, поэтому он такой еще весь новенький. А вот здесь peaceful preference. Окей. То есть это просто зона кафе. А тут вот зона кафе и тренажерный зал еще раз. Ну да, небольшой. Но знаете, все оборудование новое такое, чистенькое, целенькое. И пахнет здесь приятно, на удивление, для тренажерного зала. Очень здорово. Отель меньше года. Это фактически первая береговая, 150 метров. Бассейн есть? Да, вот он. 150 метров у нас до пляжа, буквально пляжные полотенца у нас есть. Но нету собственной зоны. Нет собственной зоны на пляже. 1000 вьетнамских донтов за весь период отдыха. 500 тысяч вьетнамских донтов за весь период отдыха. Есть спортзал, нет спа. Для детей ничего нет. Есть детский уголок на этом, на столе. Есть детский клуб. Ага. Детский уголок есть. А в номерах есть все, кроме халата. Смотрите, сколько услуг в отеле. Бассейн есть. В пятом этаже. Да, боже, мои любимые цвета. Ocean Studio. Такая кухня. Сейчас я вам покажу. Есть балкончик замечательный с видом на море. А что-то у меня есть балкончик. Очень красиво. Ocean Studio, да? Ocean Studio, какой балкончик красивый. А кухню готовят? Не знаю, что надо спросить. Да, можно готовить. Ну, так это здорово. Микроволновка есть, холодильник есть. Есть телевизионная зона. Пойдемте-ка посмотрим ванну. Вон моей мечты. Это душ. Огромный. Он ничем не прикрыт. Нет никакого колокола. Это перегородка, но тут такая. Я имею в виду, что нету шторки. Раковина, да, она так красивая, большая, такая просторная. Супер. Через основной ресторан. Хотите спокойствие? Через основной ресторан мы походим в зоне бассейна, смотрите. Ну, такой достаточно большой. Чтобы не смущать, мы так уже откровенно не идем, но бассейн частично видовой, красивый. Ой, елки-палки. Я чуть не попрощалась с ногами, потому что ну красивый. Такой прям захотелось окунуться. И есть детский клуб. Так, ну, точнее, вот такая вот детская площадочка небольшая. И есть вот здесь вот детский игровой клуб, но, к сожалению, вот я туда не пройду. Не так хорошо видно, но он есть. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.